лопатами в руках современные тимуровцы штурмуют огород Валентины Андреевны Алексашиной. На участке двухметровый слой снега. С такими сугробами одинокая пенсионерка точно бы не справилась. Живет одна, инвалид второй группы, на улицу выходит редко, ноги не позволяют. Слава Богу, дай Бог им здоровья. Работа кипит, и кучи собранным снегом растут на глазах. Прокопали тропинку вокруг всего дома, очистили от снега крышу веранды и углярки. В общем, с заданием хозяйки справились. Спустя 15 минут двор было не узнать. Если не мы, то кто? А если мы, то уже кто-то. Очень много старых людей, которые не могут себе помочь. Мы чистим снег там. Если это осень, то убираем листья там или дрова. Встречают, конечно, по-разному, но в основном это как бы весело, доброе, как бы. Всегда зовут в гости, радушные приемы. Ветераны Великой Отечественной, инвалиды и одинокие люди преклонного возраста. В Ленинске-Кузнецком под опекой трудового десанта «Добролайф». В этом месяце в планах волонтеров обойти еще более десятка адресов. К нам могут обратиться социальный центр молодежи за помощью ветеранам Великой Отечественной войны. Одинокие люди, которым нужна помощь, которым некому помочь. Мы охотно и наши ребята охотно им помогают. Молодежная акция помощи пенсионерам продолжается уже много лет. И число желающих быть волонтерами с каждым годом растет. Происходящее вызывает чувство патриотизма в сердцах молодого поколения. И такие добрые дела воспитывают почтение и уважительное отношение к старшим, которым зачастую не хватает простого внимания.